И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это очередной гайд для новичков в мире The Isle. Для тех, кто только начинает вступать в ряды динозавров. В прошлой серии, ребята, мы с вами рассмотрели все звуки и крики травоядных динозавров, а также я вам там показал звуки ботов. Для тех, кто не смотрел, ссылочка на видео будет в описании. А в этом гайде мы с вами рассмотрим все звуки и крики хищников из режима Survival. Да, я забыл вам сказать, что травоядные, так как и хищники, они делятся на два режима: Survival и Progression. Об этом в следующей серии. Начинаем. Запоминай. Хищники из режима Survival.